Приветствую вас на канале Best ICO. Мы с вами рассматриваем проект Vena Network. Что это за проект, чем он интересен, давайте рассмотрим подробнее. Очевидно, что блокчейн эфириум сейчас не развивается слишком быстро, но он остается базой для огромного количества проектов. Даже в условиях, когда обычные смарт-контракты не прогрессируют, есть ряд платформ, работающих над улучшением и расширением их функциональных возможностей. Больше всех в этих вопросах преуспевает платформа Vena, ведь ее команда нашла способ не только обнаружить все проблемы, но и найти ключ к их решению. Если вы достаточно неплохо разбираетесь в блокчейне, то можете знать, что смарт-контракты весьма часто используются мошенниками. Несколько месяцев назад это было невозможным, но сейчас хакеры нашли действенные способы и активно ими пользуются. К счастью для пользователей проекта Vena Network, данная ситуация не касается, так как платформа использует уникальное ядро операционной системы с абсолютно новым методом проверки подписи. Также данная технология доступна с финансовой точки зрения. Никаких дополнительных комиссий, только оплата использования для транзакции, соответственно, газ. Еще одной замечательной особенностью проекта Vena Network является возможность блокировки времени. Зайдя на любой обменный пункт, вы сможете увидеть массу предложений о покупке и продаже, большая часть из которых никогда и не будет выполнена. Однако, с технической точки зрения, на их создание и поддержание уходит колоссальное количество ресурсов, ведь все эти данные хранятся в единой базе обменника. Это значительно загрязняет код и замедляет работу всей экосистемы. Но Vena решит данную проблему с помощью блокировки времени. Чтобы узнать, как именно произойдет, вам стоит ознакомиться, конечно же, с Vena White Paper, которая доступна для загрузки на сайте. Итак, какие возможности еще есть у проекта Vena? Давайте их подробно рассмотрим. Откроем для этого мы тоже с вами White Paper, который доступен на сайте. Итак, что такое Vena? Итак, возможности, да? Какие возможности есть у данного проекта? Ранее вам нужно было каждый раз связываться с администрацией для того, чтобы сменить смарт-контракт. Но многие пользователи попросту ленились делать это. Вам может показаться странным, что команда Vena так много внимания уделяет данному вопросу. Но причина проста. Vena заботится о своих пользователях и не хочет, чтобы они тратили газ впустую. Вот смотрите, когда создатель контракта отменяет, соответственно, его, одновременно с тем, как клиент использует его, оба они получают уведомления о неудаче. Иногда такое случается в ситуациях, когда одна и та же транзакция повторяется многократно, и пользователю приходится доказывать, что некоторые из транзакций были ошибочны. Также в смарт-контрактах Vena есть особенность, связанная с истечением срока контракта. Сейчас люди, использующие смарт-контракты эфириума, не могут самостоятельно устанавливать сроки их выполнения, и они зависят от того, когда именно майнер выполнит функцию. В таких условиях сторон сделки, вот схема нарисована, да, соответственно, просто нет времени на внесение корректив, даже если подобная потребность возникнет. Для того, чтобы узнать, как команда Vena решила эту проблему, вам стоит ознакомиться с этим документом White Paper более подробно. В общем, попросту говоря, Vena наглядно демонстрирует то, как платформа собирается решить все эти проблемы. К тому же, это весьма неплохой вариант для инвестирования. Так что спешите, регистрируйтесь на сайте, чтобы получать последние новости о проекте и, соответственно, быть в курсе, быть первым, быть в ногу со временем, быть в ногу с Vena Network.